Всем привет! Сегодняшний короткий выпуск посвящен двум новостям – хорошей и плохой. Радость в том, что общими усилиями наша Али добилась победы армии Сумрака в семи печатях. Поздравляю! Судьба печати решалась буквально на последних минутах. Власть неплохо показала себя на фестах, но все решила своевременной сдачей камней. Радость этой победы была омрачена тем, что коварная власть успела не только убить Антквин, но и зафармить Баюма. Молодцы, что сказать. У меня, между тем, продолжается кач, в основном по РБ, вчера получил 56 уровень и новые скиллы. И в лучших традициях любимых телепередач моей бабушки «Жди меня и поле чудес» от лица вот этого персонажа я передаю всем привет и заявляю, что он нуб, а мы все папки. Подождите, или наоборот. Я забыл, как нужно правильно сказать. В общем, всем пока, спасибо за внимание и до новых встреч.